Всем приветик, доброе утро. Ничего. Ничего. Завтрак. О, вкусный, ты попробовала? Так, себе другие вкуснее. Да? Угу. Ну, других не было. Ксюня уже третий день дома у нас. В школу не ходит. Завтра тоже не пойду. Нет, ей уже получше. Просто ее сегодня один денек еще решила оставить. Она еще немного подкашливает, но температуры нет. Так что завтра пойдешь в школу? Нет. Да? Нет. Ну все, пошел, Фика. Так коробка выглядит. Вот, тут так... Это коврики, которые ты купила? Да. Так он что, на весь стол, что ли? Сколько он сантиметров? Большой. Угу. 48, наверное, на 24. Так ты можешь заказывать свой какой-то рисунок или нет? Нет. Нет? Мужичок. Там сюда нет нити зарядки. Зарядка там, посмотри внимательно. Нет, блок. Вот блок. А, блока? Я не знаю, кто забрал. Банюш, ты кого принесла? Это Тима. День рождения мы будем отмечать в субботу, 29 января, в эту субботу. Нам нужно сегодня закончить пиньяту. Нам только осталось приклеить глазки, да? Вот, глазки, ушки. А, да, ручки, глазки, ушки. Вот, сегодня закончим пиньяту. И конфеты внутрь. Конфетки туда нужно затолкать. Время сколько? Время 11 часов, уже скоро придут дети. Это свинью там хватает. Все, начнем. Сейчас мы доделывать нашу пиньяту. Сейчас, Ксюш, я постель быстренько уберу, ладно? Такие? Нет, сильно большие. Ну куда ты лезешь? Ты тоже будешь делать? Не мешаешь, Филька. Ну, заново нарисуй. Только смотри, чтоб не выходило. Готов Бэби Йода? Такой миленький. Миленький такой получился. Глазастенький. Чего тебе не нравится? Тебе страшно? А я тебе в комнату его поставлю. А почему страшно? У него голова огромная. Ну, сейчас подрежем давай. Нет. Нормальный Бэби Йода, что ты думаешь? Он должен быть цветового цвета. Он не должен быть, он должен быть так, как мы сделали, все. Нет. Нормальный, да? Скажите, красивый. Что ей не нравится? Я буду пить сок. На. Салатик. Салат я покупала готовый. Вот такой вот, очень удобно. Здесь сразу морковка, свекла. Листья салата и что еще там? Ну, все. Добавила соус. Я хочу мультики. Вот такой вот моцареллу маленькую. Кругленькие шарики. Так, пожарила быстро сосиски и сварила рис. А на ужин я хочу делать пельмешки. У нас кофты одинаковые, оказывается. Только у Маргариты цвет немножко такой. Какой-то непонятный. Какой-то такой... Серый. Да, серый с голубым. У тебя какой размер? Ай-яй-яй. А размер не написан? Нет, то, что ли? У меня костюм, а у нее нет, у нее просто толстовочка. Что ты тут рисуешь? Гранд. Ух ты. Гранд. Я. Гранд. Мерсайт Су. Google делает уроки. Найс. Google переводчик? Да. А если он неправильно переведет? Ну что? Мне посрать. Ксюша. Где ты хоть с клеймом кросс махен? Дед Мороз, красный нос. Меня. Du hast genauso wie grand und petit. Это я сам пошел. Почему вы на русском не говорите? Потому что немецкий мы тут. Хаут, я вас ешь хаут. Он какой пузо наел. Ну ты ешь. Тебе этих 10 килограмм на полгода точно не хватит, Филька. Жи такой серьезный.
Переставила я эту полку к стенке. Дети захотели. Мало им совсем места, в общем. Поставила к стеночке. Как я и планировала разобрать вещи Каролины. Вот смотрите. Вот это полка Каролины. Это полка Каролины. Это полочка Макса. Хочу перебрать все ее вещи, посмотреть, какие маленькие, какие она уже не носит. Ну, тут еще у Макса половина вещей в стирке, поэтому у него тут так пусто. Вот тут все, я закончила. Это у меня все в стирку, целая гора. Здесь вот так вот все. Аккуратненько. Самое главное, я убрала лишнее, потому что было очень много. Вот получается, вот это все, это нужно в контейнер отвезти. Вот это я спрошу, если Каролина не будет носить, то тогда племяшке отдам. Все. Аккуратненько. Что-то вот дверь так плохо закрывается. Неудобные вот эти магнитные. Сейчас я хочу попробовать помыть духовку. Привет. Пыталась я оттереть, у меня не получилось. И сейчас я хочу попробовать парочистителем. Не знаю, получится, не получится. Вот видите, вот это вот, оно никак ничем не оттирается. Эта вот штука здесь вот тоже. Сейчас буду... Сейчас мы с вами попробуем. Короче, ничего не помогло, ни парочиститель не помог, ни лимон с содой. Вот эти вот здесь, которые были, они отмылись. Два пятнышка. Вот эти вот и вот это вот большое. Может быть, из вас кто-нибудь знает, как отмыть можно? Какие-нибудь лайфхаки? Напишите в комментариях, я попробую. Так, стирку я загрузила и теперь буду перекручивать вот это вот мясо. Свининка и... Индюшка. Грудка индейки. А пистолет взяла? Есть. Зачем пистолет? Пистолет. Горячий пистолет, точнее. Пистолет взяла. Горячий пистолет, что-то они там будут клеить. Они будут делать этот, у них работа совместная, да? Проект. Она с кем? Проект. Плохо то, что она вот здесь вот нигде не прикручивается на кухне. Мне приходится идти туда за стол. Здесь она. Никуда не прикрутится. Ты что такой агрессивный, а? Я сказала уже готов. Буду заниматься тестом. Вот. В этот раз я сделаю больше теста на килограмм, я так думаю. Потому что в прошлый раз нам маловато было. Мы тут сделали отпечаток лапки Филиппки. Просто нет, тут... немножко вот так вот подправь. Вот так вот. Все? Так, сойдет. И такая лапка. Все! Смотри. Сидит, смотрит. Что мне такое сделали, я не понял, да? Не понял. А вот, смотри. Вот это твоя лапка теперь, видишь? На память. Только она у тебя подрастет потом немножко еще. Потом еще раз сделаем. В два раза больше будет. Она у него сейчас как у Боньки, да? Угу. Все, я тут тесто замешиваю. Много теста, много. Зеленый фон. Ты еще сверху будешь? Нет, делать? Я просто да, танцую. Просто зеленый фон. Просто такой шоу. Вот сегодня день вдохновения. Смотри, сейчас покажу, что Маргарита сделала. Что сделали
из бутылки, трубочки и крышки от бутылок. Такой букетик. Зачем? Ну, не знаю, у них задание в школе дали. Так, ладно, все, тесто у меня готово. Видите, как много получилось на килограмм муки. Вот, и начинаем лепить. Скоро придет папа, будем ужинать. Это стоит $1 000 000, кто хочет? Вот это вот стоит $1 000 000, конечно. Кто хочет от Ксюши, подпиши. Зеленый фон от Ксюши. $1 000 000. Налепила я, в общем, точно не знаю сколько, но где-то примерно 300 штук я налепила. Вот здесь вот, вот здесь, вот здесь. И у меня еще остался фарш, и осталось еще тесто. А досточек у меня нет, поэтому я уже буду варить, а там уже долеплю. Да, Бунь? Ждем? Покажи. Твое творение. Молодец. Молодец, Филь. Красиво, да? Тебе нравится? Ой, у меня спина болит, не могу. Ух, эти пельмешки тяжело даются. Но зато домашние вкусные. Приятного аппетита. Buen appetito. Да. Филька на гитаре играет, то есть на укулеле? Да. Каролина, нет, не забудьте Каролине оставить. Не съешьте все. Мне еще пришлось налепить часть в морозилке, часть здесь. И у меня еще тесто осталось. Так что не знаю, что с ним сделать. Фарша уже нет, а тесто осталось. Как красиво солнышко садится. Закат. Мы поехали с Каролиной в детский магазин. Детский магазин игрушек. Нам нужно купить подарок для ее подружки. Завтра идет на день рождения. Быстренько, пока не закрыли. Через час закроется. Где? Вот такого она хочет? Угу. Такой же, как у Каролины. Ну, бери, значит, если хочет такой. Так, нам ко дню рождения надо что-нибудь взять? Ко дню рождения что-нибудь надо взять еще? Что? Какие-то. Так, свечки мы взяли. Что нам еще нужно? Давай, выбирай куклу. Какую куклу подаришь? Ну хорошо, бери розовую. Я не могу все. Все, точно розовую? Да, мама, она любит. Да, ну все, пошли. Устали? А, Бонь? Такая драка сейчас была между ними. Не успела заснять, камера далеко была. Филька будет играть. На, держи. Пусть Филя поиграет чуть-чуть, Бонь. Чего ты жадничаешь? Ну, давай. Ой, ты какая хитрая. Вони, Вони, дай Филе поиграть. Да. Ну, играй, давай, играй. Ой, нельзя. Играй, давай, играй. Вон мячик бери. Где мячик, Вони? Где мячик? Ой. Он даже не понял, что там. Что произошло, Филюш? А? Кто у тебя забрал мячик? Кто мячик забрал? Я ему когти подстригла. Он прям так царапался сильно. Ауч! Маргоша,
Ку-ку. Спать собираемся? Да что такое? Давай, давай. Собирайся спать. Мне нужно еще голову помыть. А, нет, это нужно было раньше делать. Ты дома сидела, ничего не делала. Я сегодня опять твою толстовочку надела. Что, пришли вот такие вот спортивные ботосы, кроссовочки для физкультуры. А то ей уже маленькие. Прошлогодние маленькие уже. Такие вот удобные, мягкие. 39 размер уже беру ей. Зубки смотри. Чистить и собираться. Раз, два, и спать. Я у тебя сегодня буду спать, можно? Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Смотри, я вот так сплю. Ай. Вот так. Да, ты прям на всю кровать раз это растягиваешься. Как звезда, да? Я заходила, видела, как ты спишь. Так. Вот так вот в одну сторону свернется. Зачем тогда тебе нужна большая кровать, если ты всего лишь спишь это на одной половинке? А? Так лучше, может, туда и сюда. Туда и сюда. Смотри, здесь сильно жарко, потом перейдешь сюда. А, там нагреешь, согреешь кроватку, потом нас на прохладу. У Ксюшки же сейчас тоже двойная кровать. Она спит только на своей. Вот рядом стоит кровать Маргариты, она спит только на своей. Там, понятное дело, там просто кровать некуда девать, пришлось нам соединить. А здесь как бы одна двухспальная кровать, ее уже никак. Последний день. Пятница, последний день. И каникулы. Ура! И не нужно будет вставать в 7 часов. Можно спать до обеда. Нужно куда-нибудь съездить опять, в горы покататься, наверное, скорее всего, на санках, либо на лыжах. На лыжах. Нужно посмотреть, сколько стоит. У нас здесь, конечно, это не из дешевых удовольствий. Ать! На лыжах кататься, тем более нам всем же нужно в аренду брать. И папе в аренду, и мне всем четверым нужно в аренду брать. А папа брать же лыжи. На сноуборде будет. Папа на сноуборде? Чтобы его потом на вертолете в больницу отвезли, что ли? Нет, ты что? Он уже 100 лет не катался на сноуборде, и последний раз он сказал, что он так сильно упал и ударился, по-моему, копчиком. В общем, очень сильно он упал, поэтому он на сноуборд точно не встанет. Может быть, на лыжи еще да, но на сноуборд нет. Он даже на скейтборд нормально встать не может. Да, он на скейтборде-то не может стоять нормально. Ну, в общем, на санках точно мы еще раз съездим, покатаемся обязательно. Вот, так что у нашего папы отпуск будет, получается, вторая неделя каникул. Вот сейчас первая неделя начнется. И, по-моему, там с 7-го, что ли, с 7 числа по 13 у него будет отпуск. Вот, и тогда... Мы посмотрим, куда нам... Завилял. Забери его к себе. И бонь. Не, папа не может. А ты научи. Мне еще вон на кухне убирать. Не может, да, да. Может папа читать, да, Лео. Давай, читай. Читай. Попробуй. Вопрос это из 800 лет раз. Это легко. Мама, я тебе вот так сделаю. Смотри. Вот так, а ты сразу. Ха. Нет, это не ха, это буква Н. Н? Да. Цирусо. Это да да я. Ты что, полезу на Ачи? Нет, нет, Аладдин сказал Магриф. Слушай, по слогам читаешь? Да. Да? Это ха. Ладно, все, давайте. Ладно, ребят, всем спокойной ночи. Будем читать спокойной книжку ночи. И спать. А потом да. Я пока завтра пойду. Да. Нужно упаковать. Я завтра упакую, ладно? Нет. Это как мой. Вот этот. Да? Два близнеца. Мам, завтра школа. Да, завтра да. Последний день а садика мне... и все. А Лена Макрыню уже уберет. Каникулы! А почему? Хорошо, сам будешь? Сам, молодец. А у тебя рука мокрая, снимай кофту. Мами, другую надень. Мами, да. Я варка. Да. Король, Лена. Ладно, все, ребят, пока. Спокойной ночи. Пока. Обязательно вам снимем нашу вечеринку. Король. Вот, ладно, все. Спокойной ночи. Всем пока. Спокойной ночи всем. Спокойной ночи. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Спокойной. Всем спокойной ночи. Стоять, подумай.